Я приветствую всех зрителей на своем канале. Мы продолжаем играть в Transport Fever. Итак, на прошлой серии мы закончили на том, что, значит, мы проложили путь к нашей к фабрике стали, и теперь нам необходимо провести туда еще некоторое количество транспортных путей, чтобы, во-первых, вывозить оттуда сталь. Вот, вывозить мы будем, значит, скорее всего, это вот на этот завод. Вот, ну и, конечно же, с этого завода мы будем отвозить в разные города. Во-первых, что я заметил, не обязательно сюда нужно поставлять пластик, как вы видите. Вот эта черта означает либо вот этот товар, либо вот этот товар. Поэтому для производства инструментов мы будем поставлять только дерево, а для производства техники мы будем поставлять как и дерево, так и уже и сталь. Вот пластик, в принципе, пока что не будет. Вот. Ну и здесь я построил такую небольшую станцию по производству дерева. Вот она наша. Кстати, рядом оказалась, да? Лесоповал и лесопилка. Давайте, так, во-первых, новая линия, это у нас дерево будет, дерево вот такого цвета, даже чуть-чуть посветлее, даже, погодите, ну пусть будет такого, раз и два, так, дерево будет линия называться, так, сразу же ставим депо. И депо, наверное, будет где-то у нас. Не, ну посередине мы не будем ставить. Наверное, где-то вот здесь. Так. Вот. Ну и отсюда уже проведем линию. Все, запускаем транспорт, покупаем две машины пока что. Здесь у нас будет чисто бревна. Бревна. Две машины хватит вполне. Так, дерево. Хотя, да, надо написать бревна. Так, меняем. Бревна. Вот, все, запускаем. Машины поехали. И это также запускаем. Так, куда он поедет? Интересно, правильно, сюда. Дальше, следующая наша линия, это вывоз досок. Доски будем поставлять. Так, поставлять мы будем их вот сюда. В этот, на это производство. Так, и здесь надо немножко как-то дорогу улучшить. Мне не нравится. Так, это все улучшено. Вот, вот эта часть у нас нуждается в замене. Так. И станция у нас будет... Я думаю, вот здесь не, не помешает. Как раз вот рядом с производством. Так, ну погодите, давайте немножко думать на будущее. Будет ли она вообще удобна здесь, потому как большой поток транспорта в основном здесь будет ехать. Так, ладно, ставим здесь. Проводим маршрут, дорогу точнее. Это мы удаляем. Так. Ну и здесь тоже немножко удалим сейчас, потому что я не совсем так хотел, чтобы это было. Здесь у нас будет вот такая вот дорога, которая будет проходить мимо.
мимо этой станции. Так, ну и дальше она будет идти. Вот соединяться вот с этой дорогой. Так. Дальше это будет проходить как-то... Ну, наверное, здесь у нас не получается. Или получается тянуть отсюда кусочек дороги. Даже возьмем вот так. Чтобы было поровнее, да? Ну и уже дальше будем вести. Нам надо вот как-то вот так вот обогнуть вот это. Да что ж такое, а? Так, ну-ка, где у нас? Ага. Ну и примерно как-то вот так вот здесь. Ну и здесь все соединяем. В принципе, все. Основная часть дороги готова. Так. Вот здесь у нас пути нету. Единственное, да? Угу. Здесь у нас не поставляется тогда вот этот стройматериалы. Сейчас мы их немножко здесь переделаем дорогу. Вот так вот. Так. Что у нас здесь дальше? Ну, во-первых, кстати, дерево у нас где производится? Нет. Дерево. Так, где оно? 48. 3. Потихонечку. Что-то как-то слабовато. Это все работает. Дальше. Следующий маршрут. Это у нас доски. Доски будут вот такого цвета. Станция раз. И станция аж вот сюда вот, да, получается. Так, ну-ка. Да. Получается аж туда. Здесь также ставим депо. И покупаем уже, ну, давайте пока что одну машину, доски, все, и отправляем на маршрут. Сколько у нас здесь на складе? На складе ничего нету, не успела еще ничего загрузиться, но вот первая машина уже поехала, отлично. 62, о, потихонечку растет у нас производство. Так, здесь у нас доски. Дальше доски мы везем вот сюда. А сюда мы привозим вот эту сталь. Так, следующий маршрут. Сталь. Новая линия. Сталь. Так, раз и два. Тоже полностью загрузится. Вот и все. По сути, да? Депо обязательно поставить. Так. Можно так, в принципе, без разницы.
И покупаем. Здесь мы уже купим, наверное, где-то две машины. Будем возить сталь. И на маршрут сталь. Вот она. Все. Так, что у нас здесь? Железа много. И угля. Так, отлично. Все, машины запустились. Теперь у нас должен пойти... так, два. Вот производство должно расти. Здесь вообще ноль. Двойка. Все, по сути, производство запущено. Теперь нам нужно срочно уже вывозить отсюда как инструменты, так и технику. Путь довольно-таки долгий будет. Вот, но начнем мы снабжать первый город наш. Так, ну-ка, что у нас здесь? Вот эту вот станцию, да? Промышленную. Нефть, точнее топливо привозится и довольно-таки неплохо. Что там с хлебом? Хлеб 85, тоже неплохо. Так, хорошо. Сюда мы будем привозить по вот этому пути. И также сюда депо. Депо обязательно... Ну, давайте... Нет, здесь не будет. Депо будет вот... Вот здесь. Так, следующее. Следующий маршрут это у нас... Инструменты. Новая линия. Инструмент у нас будет уже вот такого цвета. Нет, не такого. Вот такого. Ты. Так. Ты. Отлично. Добавляем маршрут. Раз. И вот в этот город наш. Да, маршрут довольно-таки очень долгий. Вот, и... так, что у нас здесь? Автобус уже начали выходить из срока эксплуатации. Если не успеваешь делать одно, так уже и другое. Так. Давайте пока что одну машинку. Так, здесь инструменты. И... Где у нас буква И? Вот. Все. Пока что сюда ничего не привезли. Так, куда он поедет? Он поедет правильно. Так, что у нас? Где? Где наша сталь? Здесь грузится 32. Так, здесь у нас увеличилось. Нет, двойка, как было, так и осталось. Там тоже двойка. Уголь есть. Железная руда есть. Сталь есть. В принципе, должна грузиться. Так. А, ну вот это, в принципе, загружено. Не знаю, почему она стоит. А, может, она сзади, да? Так, все. Все, машина поехала. Первая наша сталь едет на завод. Так, а что у нас с деревьями здесь творится? Так, ну-ка. Вот они, бревна.
Машины полные выезжают, это хорошо. 70. Уже 70. И здесь тоже 70. Так, досочки есть. Отлично. И вот еще одна машина с досками, да? Так. Вот здесь уже производство, можно сказать, так, запустилось. Так. Это мы все удаляем, которая у нас здесь была. ЖД-станция, ЖД-пути. Это так, я для эксперимента сделал. Посмотреть, что из этого получится. Но в итоге получилось не то, что я рассчитывал. Так. Так, ладно. Теперь. Кстати, маршрут сырая нефть, уголь. Вот, вот это нужно убрать. Все. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще творится. Доски. Этот не может разгрузиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не в депо, а развернуться тебе нужно. Ой, сколько он привез, я забыл посмотреть. Финансы 116к, 247. А 247, потому что маршрут длинный, как вы можете видеть, дороже, чем сталь. Но вот потому что он очень по длине довольно таки очень длинный. Так, смотрите, вот сталь, дерево здесь. Ну и уже что это у нас? Вот первая техника пошла. Вот, вот вам, пожалуйста. Так, ну и конечно же, помимо этого, нам нужно технику вывозить. Новая линия. Техника. Техника. Цвет будет у нас такой, что ли. Опять же, этот же маршрут. Вот здесь мы будем зарабатывать на этом маршруте просто бешеные деньги. Это я вам уверяю точно. Также закупаем транспорт. Так, техника, поехали. Чтобы у нас, ну, я создал маршрут, чтобы у нас и это тоже производилось. Вот. Так, поехали дальше. Что у нас здесь? 50, всего лишь 52. Вот уже отлично. Коэффициент растет. Это хорошо. Есть 88. Вот уже улучшение. Через 6 месяцев. Уже лучше. Так, а мы успеваем? Успеваем. Отлично. Так, что у нас с хлебом? Успевает? Нет, ничего себе, здесь пробка. Обалдеть. Так, что здесь творится? Я не могу понять. Давайте здесь всех отправим, потому что здесь такая толпа. Так, вот этот стал и стоит. Из-за него продукция не может приехать. Вот в чем проблема. Слушайте. Один закрыл движение, и все. И производство буквально встало все. Смотрите, 128 упало полностью. Так.
надо постоянно следить, потому как мы видим, да, стоит немножко отвлечься и уже все. Так, что у нас здесь с топливом? Топливо 98. 98, слушайте. Машин, мне кажется, очень много даже на топливе. Так, здесь у нас потихонечку райончик, я смотрю, разрастается, да? Так, что у нас вот с этим автобусом? Объездной. Финансы. Ничего даже. Ну там буквально. Нет, это невыгодный маршрут. Так что его надо будет удалять. Ну и давайте, конечно же, вернемся к нашим трамваям. Посмотрим, что здесь и как. Как они работают. Отлично, слушайте, сразу загружается, все, полные едут, не простаивают зря. Так, здесь у нас по-прежнему заторы на остановках, да? Смотрите, что творится. И не только на остановках, но и на самих дорогах. Бардак у нас, да? Так, слушайте, может, я так думаю, надо добавлять немножко сюда трамваев. Потому что людей много. Давайте, наверное, добавим один трамвайчик. Так, синего цвета, потому что коммерция и линия 3. Там довольно-таки много скопилось людей, и поэтому, чтобы у нас они долго не ждали, вот смотрите сколько. А следующий трамвай приедет не скоро. Следующий трамвай, вот он наш, вот только вот здесь, вот где-то, да? Вот он только вот едет сюда. Что это он такие за виражи делает, непонятно. Дорога у нас здесь, смотрите, как получилось. Так, ладно, я вот что хочу посмотреть. Это что у нас, как идет работа. Это у нас что? Это он возит. Во, первая машина. Ну, почему-то только 5. Давайте отправим обратно. Пусть загрузится полностью. Так. Вот у нас уже имеется, смотрите, товары. 12. Ага. И этот опять не может разгрузиться из-за этого, смотрите. Смотрите, что получается, да? Вот почему они все на одну линию здесь лезут, непонятно. 138. Ладно, давайте отправлять. Производство 50, 40. А на складе сколько у нас? У нас нету дерева. Нету дерева. Где дерево наше? Я не могу понять. Ну, опаздывай, да? Вот оно едет. Если здесь куча всего, уже надо добавлять уже транспорт. Так, уже 200. Отлично. Так, о. Здесь у нас уже появляются пробки. Пробки из товара нашего. 20 бревен. Погодите, а почему он сюда привез? А, это бревна, да. Бревна. Тогда мы закупаем для досок. Доски. И отправляем на доски. Нет, стоп, 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 не туда. Вот так вот. Ну, теперь правильно.
Так, сколько у нас? 60 штук. Ничего себе. Давайте тогда еще одну машину купим, чтобы они побыстрее это все вывозили. Так, доски. А куда ты, слушай? Нет, тому не уступишь и сам не туда поедешь. Так, сейчас одну секунду, я прервусь. Итак, продолжаем. Так, что у нас? Фура взяла, отлично. И сколько у нас? 33, опять увеличивается. Я не успеваю. Так, 33. Ну, можно пока что немножко подождать. Хотя интервал уже довольно-таки большой, смотрите. Так, это у нас нам бревна везут. Отлично. Ну, здесь как-то пока что слабовато идет. Не знаю почему. Так, 36. 36. И... бревен нет. Вот почему остановилось. Ладно, ждем пока поставку бревен. Дальше, что нам нужно? Нам нужно сделать так, чтобы здесь ничего не скапливалось. Поэтому покупаем еще один транспорт. Вот. Тоже доски. И на доски отправляем. 39. Вот сразу же, как привезли бревна. А куда ты поехал? Сразу же запустилось опять же производство. Так. Ну, здесь можно две фуры, смотрите, как раз 7 по 20 получится. Потому что в нее вмещается 20. Вот. Так, здесь у нас машина доехала или еще нет? Нет, она только едет. Она только вот-вот приедет. Понятно. Ладно. Что у нас здесь? Да, все-таки здесь доски нужны в больших количествах. Так, а что у нас со сталью? Вот сталь у нас... Так, железная руда. Где железная руда? В чем дело? Что случилось? Железная руда есть, смотрите. И апгрейд у нас как раз. Мы можем увидеть, как это все будет у нас. О, смотрите. Все, теперь у нас это все улучшилось. Так, надо срочно добавлять транспорт. Купить. Так, это у нас железная руда. А то машины не успевают. Здесь сколько у нас? Две машины, да? Две машины. Ну, только вот сейчас вот привезли. Сколько? 41. 41 и машина... Где-то здесь, да? Ну, я думаю, пока что три штуки хватит. В общем, апгрейд у нас здесь есть. Здесь у нас апгрейд только через 6 месяцев почему-то. А, уголь. Уголь у нас имеется. Отлично. Сколько? 38. Максимум на складе 36. 182. На складе... 100. Ёлки-палки, нужно добавлять машины. Иначе у нас производство просто остановится. Так. Это что? Это вот же руда у нас. Так, сколько мы получаем? Неплохо, слушайте, неплохо. Так. Вот она у нас здесь складировалась. Отлично. Так, сталь 9. Так, этот у нас что? Этот приехал за сталью, да? Так, что у нас с досками? Здесь вот теперь уже надо будет следить, причем конкретно так следить, буквально не успеешь. 200. Ох ты ж, ёлки-палки. 200 и улучшения пока что нету. Покупаем.
новый грузовик. Так, бревна у нас, кажется, вот такой вот себе, да. А я думаю, самый лучший вариант это пока что развить машинами вот этот, вот эти заводы. Машинами развивать, туда-сюда возить, и потом уже вот как мы развили, смотрите, нашу нефтеперерабатывающую до 1600. Вот теперь уже здесь можно, в принципе, запускать и поезда, чтобы сразу огромным количеством это все вывозилось. Так, дерево. Так, отлично. Сколько? 40. Все равно много. Много. Здесь у нас тоже 40. Машины не справляются. Не успевают. Нам главное, чтобы поставка была по-быстрому, да? Так, здесь у нас 3 машины. Бревно. 3 машины. 65 секунд. Давайте, наверное, сразу, да, будем задавать автоматический замен транспорта, да. А, надо задать вот. И вот, вот так. Стоп. И бревна. Вот так, теперь да. Все, здесь замену мы сделали на всякий случай, как говорится, на будущее. 39. Давайте еще один. А вот и едет. Едет. Ну, давайте на запас пока что. Хотя нет, можно отправить сейчас они. Так, бревна. Так, а этот поехал за досками. Угу. Что у нас с досками здесь? Сколько машин? Так, доски. 4 машины, 124 секунды. Довольно-таки много. Нужно добавлять. Добавляем. Так, купить. Доски. Давайте 2 штуки на запас. Так, доски. И одну пока что отправляем. Так, этот загрузился. Этот разгрузился. Отлично. Так, а куда ты поехал? Ой, вернись. Так, отлично. Здесь 25. Ну, нормально. Дальше, что у нас с железной рудой? Давайте смотреть. О, ничего себе. Надо подкрепление вызывать. Так. Производство 200. Отлично. Сколько у нас машин на железной руде? 3 машины. Давайте еще одну добавлять. Добавляем еще одну. Так, железная руда. Все, машина выехала. Так, надеюсь, она сразу же сюда заедет, да? Сколько? 67. Много, слушайте. А уголь? Ого, и угля много. Давайте уголь немножко добавим. Уголь. Так. Одна машина. Так, это пока что не апгрейдилось. А, нет, уже апгрейдилось. Отлично. Так, этот заехал, хорошо. Дальше поехали. Что здесь творится? Что чего есть? Железная руда есть, это есть, сталь есть. 86 стали на складе, да? Или нет? А где вся сталь? Так, этот у нас что? А, вот он только загрузил все. Понятно, на складе здесь, а вот здесь нету.
Я так и не посмотрел. Кстати, мы можем посмотреть вот так. Нет, погодите, стань. Куда он повез ее? А, это не то. Я вот здесь хотел посмотреть. Вот, смотрите. Вот здесь уже товар имеется. Кстати, сколько? Ничего себе. 382 тысячи, почти полмиллиона. Мы зарабатываем на доставке этих инструментов. Здорово. Все, и сразу поехал. Отлично. Пока он возвращается. Так, погодите. Техника 12. Инструменты 14. Ждается на станции. Техника. Это, погодите, ничего не понимаю. Что здесь творится? Интересно. Так. Сталь едет. Отлично. Так, что у нас с хлебом? Здесь у нас, смотрите, по-прежнему пусто по продукции. Хлеб здесь хватает, хлеба? Хлеба хватает. Вроде бы нормально. Здесь все расхватали. Да потому что нету продукции. Давайте добавлять. Где наше зерно? Хотя нет, машин много. Машин много, но здесь и продукции тоже много. Поэтому добавляем еще одну машинку. Так. Все. Дальше. Что мы смотрим? Уголь мы решили вопрос. Что у нас здесь по хлебу? Хлеба мало, но почему-то там оно не производится. Смотрите, какие у нас уже дома шикарные. 46 человек. Скоро нам надо будет менять немножко конфигурацию наших маршрутов. Дальше, что у нас здесь? Топливо производится. Отлично, 1200. Обалдеть. Как нету? Как нет линий, что вы мне говорите? Так, здесь тоже неплохо. Так, ну что ж, а здесь у нас что? Вот сюда бы топливо снабжать. Кстати, здесь сюда должны привезти, да, вот 6% мы видим и... Почему-то непонятно, вот здесь нету. Или уже все разобрали. Погодите, стоп, а я вообще привозил сюда технику. Так, ну-ка, техника. 185, да? Вот она сюда едет. Мы получили 207 тысяч за это. Все, теперь наш город будет разрастаться намного быстрее. Вот у нас появился такой тоже жилой райончик. Его тоже надо будет там провести автобусные линии. Ну и так далее. Так, что у нас по пассажирам? Хватает ли вообще 130? Это у нас котельники. Вот этот поезд, да? Но он все, конечно, не заберет, но где-то 122, почти все. Нормально. Это хорошо. Так. Скорость загрузки мне нравится. Бешеная у него. Да, не всех взял, но сейчас зато быстренько уедет. И приедет. Ну что ж, на этом все. Сегодня мы завершили маршрут по поставке инструментов и техники в города, точнее создали его. Вот. Ну и за кадром я здесь тоже немножко посмотрю, доработаю что-то, где-то добавлю машин. Вот у нас, кстати, техника, не техника, ну да, машины выходят из срока эксплуатации, буду заменять. В общем, работа есть немножко, надо
поработать. Здесь 157 надо вот сюда добавлять. В общем, вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр и увидимся уже в дальнейших сериях. На этом всем пока. Ну и поздравляю. Сегодня у нас Рождество. Всех зрителей моего канала. Вот от души всех поздравляю, желаю всего наилучшего. Всем пока. Увидимся в других сериях.